Санем не может признаться Джану, что она ревнует. Как ему признаться, когда она еще в себе не может признаться в этом? Чтобы выпутаться из данной ситуации, она отталкивает Джана. Джан настаивает. Они принимают решение. Санем не будет вмешиваться в личную жизнь Джана, а Джан в жизнь Санем. Они будут общаться только на работе. Больше ни о чем. Но возможно ли это на самом деле? Нихан передает магазин Чакал Ихсану и хочет за эти деньги покрыть долг перед Табданджи Халилем, но будет шокирован, узнав, что Санем уже оплатила данный долг.